За последний месяц цены на нефть на мировых рынках показывают уверенный отрицательный тренд в пределах 3%. В непростых условиях при общероссийском показателе роста добычи нефти на 2% республиканская компания «Башнефть» завершила полугодие с приростом добычи почти на 11%, всего 10 миллионов 580 тысяч тонн. Бурный рост продемонстрировали два дочерних предприятия компании «Башнефть Полюс» и «Бурнефтегаз». Первое предприятие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 6 месяцев увеличило добычу более чем на 76% до 1 миллиона 82 тысяч тонн. «Бурнефтегаз» прирост на 66% до 1 миллиона 141 тысячи тонн. По-прежнему позитивную динамику показывают зрелые месторождения, в том числе в Башкирии, плюс 1,5%. Несмотря на плановую остановку на капитальный ремонт установок на заводе «Башнефть» УНПЗ, объем выпуска просел лишь на 4% за первое полугодие 2016-го. В компании отмечают, благодаря произведенной модернизации «Башнефть» сохранила качественную структуру товарной корзины. Показатель выхода светлых нефтепродуктов практически не изменился. По итогам 6 месяцев 2016-го составил 68,3%. Разница с аналогичным периодом прошлого года – минус 0,8%. Как следует из документов компании, за этот же период «Башнефть» увеличила глубину переработки – плюс 1%. Также все произведенное в первом полугодии 2016-го моторное топливо соответствует высокому стандарту Евро-5.